Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые интересующие вас вопросы. И мои контакты внизу под видео для записи на личную консультацию. А сейчас вам срочное сообщение от него, от вашего мужчины. Ну, сообщение срочное, но не так быстро оно придет, как вам хочется. Что же ваш мужчина хочет вам сообщить? Что он готов за вас бороться? Что он готов вас добиваться? Вот. Но при этом пока он выжидает. У него какая-то выжидательная пока позиция. Но он ничего не ждет от вас. Он скорее о чем-то думает. Возможно, продумывает шаги в отношении вас, мечтает о вас, переживает, вот, и думает, да, именно так. Что же он хочет вам сообщить в этом срочном сообщении? Что он очень сильно вас любит и хочет с вами встречи. Вот, я думаю, что в сообщении, которое он вам напишет, вряд ли он напишет, что он вас любит и хочет вам встречи. И как здорово, что есть карты Таро, которые могут вам передать именно мысли вашего мужчины, что он в мыслях хочет вам сообщить, но не решится, естественно, это написать. При этом сообщение от него будет, девочки, будет через несколько дней, скорее всего. Здесь через 5-7 дней будет сообщение. Если вы с мужчиной в отношениях, да, общаетесь ежедневно, даже несмотря на его мысли, то сообщение от него может быть через 5-7 часов.